На форуме упоминались достижения победителя проекта и обсуждали секреты открытия бизнеса. Особое участие во встрече принял Дархан Кадырали, министр информации и общественного развития, который представил реализуемые проекты по привлечению молодежи к труду и поддержке предпринимательских инициатив. В конкурсе приняли участие более 530 человек, из них более 50 стали победителями. Вы видели их работы на выставке, были показаны разнообразные работы. Например, поделки, кулинарии, инклюзивные проекты для детей. Мы продолжим это дело и в будущем. В этом году в проекте JAS Project общественная организация активно участвует в решении задач, стоящих перед обществом, размещая социальные заказы за средства, выделенные из областного и республиканского бюджетов. Следует отметить, что проект JAS Project рассчитан на безработную молодежь. В этом году в области выявлено 63 победителя, и им выделен грант в размере 1 миллиона тенге. Одна из молодых победителей – Алия Кащиева, руководитель проекта «Сенсорное развитие по системе Монтессори». Она уже оказала бесплатные услуги более 20 детям села Батыр. Сегодня она активно продолжает работу над проектом. Цель моего проекта – развитие простых казахских детей в селах всемирно известным методом. Основная важность моего проекта – в среде Монтессори ребенок сам выбирает инструмент и развивается, играя. При развитии у них развивается мелкая моторика рук. По мере развития моторики у них начинают улучшаться речевые и мыслительные способности. На мероприятии Дархан Кадырали, министр информации и общественного развития, также сообщил, что срок молодежной практики был продлен с 6 месяцев до 12. Помимо того, в рамках программы действий правительства страны на 2022 год реализуется пилотный проект JAS Project по поддержке молодых предпринимателей региона с высоким уровнем молодежи по категории НИТ. Проект будет реализован на пилотной основе в Алматинской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской, Жетісуйской, Алатауской областях республики. При поддержке министерства неправительственными организациями Мангистауской области в этом году реализуются два масштабных проекта. В частности, Мангистауский региональный альянс «Работа по организациям комплекса мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления». Тупкараганская молодежь реализовала проект JAS Project, направленный на поддержку молодежи с НИТ-сознанием. Последнее не только позволило мангистауской молодежи получить малые гранты до 1 миллиона тенге, но и дало повод начать собственное дело. Помимо проекта JAS Project, малые гранты получили и 7 инициативных групп. Следует отметить, что в рамках упомянутого министром пилотного проекта выделено 252 гранта на сумму 1 миллион тенге для поддержки предпринимательских инициатив социально незащищенных слоев населения и сельской молодежи. Планируется, что этот проект будет реализовываться каждый год и в других регионах. Ажан Сабитқызы, Рулан Аметұлы, Дидар.